Это дошкольное учреждение находится в старой части города. Малышок, так называется детсад, обходится родителям очень дорого. Пошли в апрель платить за садик, нам предъявили счет 1510, хотя у нас было 930 рублей. Это за посещение садика. Мы не отказываемся, в общем, платить 930 рублей. Вот эти деньги нам сказали, что мы оплачиваем якобы крышу. Кровлю на садике поменяли прошлой осенью. Здание старое, крыша протекла. Потратили 3 миллиона рублей. Родители согласны, ремонт нужен был, но возмущены тем, что им пришлось компенсировать затраты. Мы детей вводим не в частный садик, чтобы нам повышали стоимость оплаты за ремонт. Почему это включают? Если у нас есть государство, так скажем, да, муниципалитет, который должен оплачивать это все. А вот государство и муниципалитет так не считают. По закону об образовании родители должны компенсировать 20% всех затрат на содержание ребенка в детском саду. Перечень затрат, в том числе и на ремонт, определен решением правительства Российской Федерации. Методика расчета родительской платы утверждена Гордумой. На сегодняшний день действительно за содержание детского сада у нас увеличилось в связи с проведенным текущим ремонтом кровли. Поэтому приказом управления образования на второй квартал эта плата незначительно увеличилась. В дальнейшем она будет также снижена, как обычно, до обычных своих размеров, те, которые были раньше. Апрельский взнос за крышу составил почти 600 рублей. И эта сумма для многих родителей очень значительная. Решение о взимании с них этих денег они считают необоснованным. Именно поэтому жалобы по факту повышения платы за детсад они обратились в прокуратуру. Надзорный орган сейчас проводит проверку. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.